Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Хоккейная коробка и детская площадка, а также ликвидация незаконной торговли. На приеме у главы Самары Елены Лапушкиной жители города рассказали, каких хотят преображений. С 1 по 30 апреля в Самаре пройдет месячник по благоустройству, как при этом будут соблюдаться требования Роспотребнадзора. Самаре половодье этой весной не грозит, но сохраняется риск подтопления отдельных районов области. От благоустройства спортивной площадки до ликвидации незаконной торговли по соседству. Жители Самары обратились к главе города Елене Лапушкиной, которая провела личный прием с просьбами оказать содействие в самых разных вопросах. Какие решения приняли и когда намеченные проекты будут реализованы, расскажет мэрия Елчан. Ирина Пузенко в доме по улице Владимирская, 34, живет всю жизнь. Девушку заботит судьба родного двора. С просьбой посодействовать в благоустройстве хоккейной коробки Ирина обратилась к главе города Елене Лапушкиной. У нас очень много детей, очень много разного возраста, от нуля и до подросткового, соответственно, возраста. Хотелось бы, конечно, чтобы оказали какое-то содействие, чтобы ее привести в порядок, потому что там еще очень много машин, как в любом дворе, в принципе. Мячи бывают, дети играют, вылетают, шайбы в машины тоже попадают, все это на капот, в лобовые стекла бывают. Кроме того, жители хотят благоустроить территорию для отдыха детей. Решение этой проблемы сразу нашли во время приема граждан. Оказалось, что двор уже вошел в программу формирования комфортной городской среды. И его преобразят в этом году. Здесь заменят асфальт, установят скамейки, ограждения и фонари. Нами предлагается проект, где предусмотрено зимой играют в хоккей, а летом стритбол, то есть мы делаем еще баскетбольное кольцо. И также на этой площадке возможно кататься на роликах и на велосипедах детям. С просьбой помочь в решении вопроса содержания и благоустройства двора обратилась к главе Лидия Сараева. Женщина старшая по дому 70 по улице Ярошевского. Управляющая компания, которая обслуживала дом, не выполняла свои обязанности. И теперь территория находится в плачевном состоянии. Наша придомовая территория находится в безобразном разрушенном состоянии. Вот, то есть у нас подъездные площадки все разбиты, тротуары превращены в стоянки для автомашин, газонное ограждение отсутствует. Елена Лапушкина пообещала приехать и лично осмотреть состояние двора, чтобы принять совместное с жителями решение. Давайте с чего-то начинать. Давайте начнем сейчас хотя бы. Поговорим территорию про парковочные карманы, где это можно сделать, как это можно сделать. И разделим зону ответственности, где управляющие компании, а где у нас район будет вам оказывать содействие. Еще один вопрос, с которым жители пришли на прием к главе – ликвидация незаконной торговли на улице Димитрова. Горожане жалуются на неблагоприятный вид территории. Продавцы, по словам жителей, не соблюдают санитарные нормы. Особенно нас беспокоит, дали разрешение торговать возле почты. Это что-то. У нас там пекарня, у нас там кулинария. Вот открывает она свой ларек. Здесь у нее минтай, здесь у нее печенье, мыши в рассыпную. И люди вот наблюдали такую ситуацию. Открывают ларек, достают, значит, вот эти ящики все, а там мыши. Урегулирование вопроса глава города взяла на личный контроль. Совместно с прокуратурой и полицией было принято решение ликвидировать все несанкционированные точки торговли. Мэрия Елчан, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Самарская область добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц. В частности, регион досрочно получит средства федерального бюджета на строительство корпуса детской инфекционной больницы. Федеральные средства на строительство, которые были запланированы на 2022 и 2023 годы, будут выделены на год раньше. 147 миллионов рублей область получит уже в этом году и 466 миллионов рублей в следующем. Строительство нового корпуса детской инфекционной больницы стартует уже в ближайшее время по поручению Дмитрия Азарова. Это будет четырехэтажное здание на 100 койко-мест, оснащенное по самым современным стандартам лечения инфекционных заболеваний. По второму объекту, новому онкогематологическому корпусу детской больницы имени Ивановой, уже получено положительное заключение на проектно-сметную документацию. Ведутся переговоры с Министерством здравоохранения России о включении объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы.
С 1 по 30 апреля в Самаре пройдет месячник по благоустройству города. Его проведут с соблюдением всех необходимых мер безопасности и требований регионального Роспотребнадзора. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством главы города Елены Лапушкиной. Обсудили на совещании ход кампании по вакцинации населения от COVID-19. Тему продолжит Ольга Павлова. Заболеваемость новой коронавирусной инфекции в городе и регионе идет на спад, но расслабляться не время. В Самаре до сих пор действует масочный режим в магазинах, театрах, транспорте, а также в местах большого скопления людей. Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кроме того, в дни школьных каникул усилен контроль за нахождением детей в торговых центрах без сопровождения родителей. В городе Самаре заболеваемость, показатель ниже среднеобластного на 21%. То есть по области 48,2, в городе Самаре 37,9. В Самаре отмечен наименьший показатель заболеваемости среди городов региона. Положительную динамику медики и специалисты Роспотребнадзора связывают в том числе с вакцинацией. На сегодняшний день полностью привиты, то есть получили два компонента вакцины, 36 778 самарцев. Почти 55 тысяч человек сделали прививку впервые и готовятся ввести повторный компонент вакцины. Записаться на добровольную вакцинацию можно самостоятельно, либо через организацию, где трудоустроен человек. Из 8679 организаций 834 подали списки сотрудникам, что составляет 9,6% от общего количества организаций на территории города. Это всего 11260 человек, которые дали согласие на проведение вакцинации. С соблюдением всех необходимых мер безопасности и требований регионального Роспотребнадзора пройдет в Самаре месячник по благоустройству. В этом году его проведут с 1 по 30 апреля. В столице региона пройдут 3 субботника и 6 средников. Давайте все-таки официально обратимся в Роспотребнадзор за получением рекомендаций по проведению массовых субботников с участием населения. Жителям Самары и специалистам коммунального хозяйства в очередной раз напоминают, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию при участии в субботниках необходимо даже на открытом воздухе. Приводить в порядок придомовые территории и улицы города начнут уже через неделю. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. В Самаре наводят порядок каждый день. После снегопадов специалисты привлекают дополнительные ресурсы. Убирают снег и в сквере на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, где ранее был стихийный рынок. А в прошлом году появился благоустроенный бульвар с беседками, тренажерами и сухим фонтаном. Преобразить пространство смогли благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. 26 апреля стартует новое голосование за благоустройство общественных пространств. Как принять участие, расскажет Мария Левина. По народному календарю сегодня заклинание весны. В это время начинают петь птицы и таять снег. В Самаре утро выдалось солнечным и, несмотря на вчерашний снегопад, по-настоящему весенним. С последствиями капризов природы с начала дня борются в сквере на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Еще недавно здесь был стихийный рынок, образовавшийся в 90-х годах, из-за чего гулять было невозможно, мешали грязь и неприятные запахи. А чтобы дойти до остановки, приходилось преодолевать полосу препятствий в виде мусора, который недобросовестные торговцы бросали прямо посреди улицы, рассказывает Светлана Кучерова. А ведь когда-то, вспоминает женщина, это было ее любимым местом для неспешных прогулок. Светлана родилась и выросла в Советском районе и очень обрадовалась, когда местный бульвар привели в порядок. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». По вечерам, каждый вечер обязательно здесь прогулка, а зимой какая красота была. Это невозможно передать. Ну, действительно красиво, уютно, уютно. И действительно это вот наш уголок райский. За благоустройство этого сквера в режиме онлайн проголосовали сами самарцы. Местные жители участвовали в разработке дизайн-проекта. Теперь это снова приятное место для прогулок. С лавочками, освещением, спортивным уголком и сухим фонтаном. Мало преобразить, нужно еще и сохранить. На страже порядка в сквере целая команда. Круглыми сутками здесь наводят порядок, убирают мусор, чистят снег. Снегопады количество рабочих увеличивают, чтобы самарцы не успели заметить последствия капризов погоды. Обслуживающая организация рассказывает, с потеплением работ только прибавится. В течение и осени, и зимы здесь ведется уход. По случаю падения, значит, осадков обязательно и между осадками. То есть обработка, если противогололедными материалами, вот это проводится регулярно. Работы, конечно, больше, а с наступлением теплого периода еще больше будет. Люди все будут здесь находиться. Здесь есть и тренажеры. А вот здесь есть беседки, люди будут выходить и находиться там. И, естественно, добавится еще светлые ночи. К
Какие общественные пространства благоустроят в 2022 году, решат также жители. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе, указанной на экране. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Возвращаясь к теме коронавируса. За сутки в Самарской области сейчас регистрируют ежедневно около 200 случаев заболевания этой инфекцией. Продолжается вакцинация населения. На этой неделе второй компонент прививки получил 100-тысячный житель области. Вакцинацию в регионе делают уже 2 месяца. Пока ни у кого аллергических реакций замечено не было. Подробности в нашем сюжете. Возможности сделать прививку Андрей Смаль ждал с нетерпением. Мужчина работает в фирме, которая занимается ремонтом оборудования и хочет оставаться в строю. Как только появилась возможность, Андрей вместе с супругой сделали первый компонент вакцины. Говорит, никаких побочных эффектов не было, кроме сонливости. Сегодня сделал второй компонент. Бояться устал за себя, за близких. И опять же, я так думаю, что чем больше провакцинируется, тем меньше этой заразы будет. И тем безопаснее всем остальным будет. В поликлинике рассказывают, самарцы активно прививаются в любом возрасте. И молодые, и люди преклонных лет. После введения первого компонента каждому пациенту дают памятку, в которой написано, что необходимо предпринять в случае возникновения аллергической реакции. Небольшое повышение температуры и легкая ломота пугать не должны. Мы просим пациентов не покидать медицинскую организацию в течение первых 30 минут после выполнения прививки, для того, чтобы в случае возникновения у них острой аллергической реакции, мы смогли им своевременно оказать медицинскую помощь. Но за период, прошедший с начала января по сегодняшний день, у нас в медицинской организации не зафиксировано ни одной тяжелой аллергической реакции. Прививка делается бесплатно. Записаться на вакцинацию можно как по телефону горячей линии 122, так и на сайте госуслуг в разделе «Лист ожидания». Кроме того, можно отправить сообщение на специально выделенный номер телефона. В каждой поликлинике он свой. Или записаться на приеме у врача-терапевта, обратившись к нему с другой проблемой. Виктория Шаре, события. Маски, перчатки и электронное меню. Представители администрации железнодорожного района Самары совместно с сотрудниками полиции проверили, как соблюдается постановление губернатора в одном из крупных торговых центров города. Следили за ношением масок, работой персонала фудкорта и кинотеатра. Подробности в сюжете Михаила Ермоленко. Сотрудники кафе быстрого питания встречают посетителей рядом с кассами и просят воспользоваться электронным меню. При этом маски и перчатки – неотъемлемые аксессуары. Как соблюдаются санитарные меры в торговом центре железнодорожного района Самары, сегодня проверили сотрудники администрации и полицейские. В этом районе города за год выявили порядка 250 нарушений. Всего за период действия ограничений на предпринимателей и нарушителей в железнодорожном районе наложены административные штрафы на сумму около 1,5 миллиона рублей. Нарушений становится значительно меньше, потому что если в тот момент, когда это все начиналась эта работа, люди не совсем понимали, и как правильно сделать, то сейчас люди уже достаточно опытные, они понимают уже, как и что должно работать. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, границы кафе на фудкортах размечены. Каждые 2 часа проводится дезинфекция столиков, а на входе в торговый центр сотрудник охраны напоминает о необходимости надеть маску. Ведется работа и с несовершеннолетними. По распоряжению губернатора, до 11 апреля им нельзя находиться в торговом центре без сопровождения взрослых. В последнее время много работы с несовершеннолетними, так как нельзя им находиться в торговом комплексе без сопровождения взрослых. Ну, с арендаторами также ряд мероприятий проводим, постоянно находимся в контакте, предупреждаем о каких-либо нарушениях, для того, чтобы они могли вовремя реагировать и устранять их. Сотрудники полиции и районной администрации проверили и работу кинотеатра. Заполнен он должен быть наполовину, чтобы между зрителями сохранялась безопасная дистанция. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В зоне подтопления этой весной могут оказаться некоторые села региона. Но ситуация находится под контролем Приволжского УГМС и Главного управления МЧС России по Самарской области. Риск подтопления возможен в 30 населенных пунктах области. Там уже приняты меры. Например, в Тимофеевке и в селе Нижнее Санчелеево водопропускные трубы освободили от снега. Наполнение водой Куйбышевского водохранилища будет в пределах нормы. А максимальный уровень половодья на реках Самарской области будет в пределах и меньше нормы вот на 20-136 сантиметров.
Уровни, надо сказать, что они будут выше, чем в прошлом году. Еще может немножко измениться максимальный уровень, если при прохождении пиков в половодье будут выпадать обильные осадки. Первый паводок, вызванный таянием снега, ожидается с 15 по 20 апреля. А в конце апреля, возможно, вторая волна. В этот период запланирован сброс воды на ГЭС. В параде Победы в Самаре в этом году впервые будут задействованы зенитные системы С-400 «Триумф». Комплексы уже поступили на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья. Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка почти в два раза. Отличительная особенность системы – увеличенная зона поражения. Сопровождаю 54-ю, дальность 55. Цель приближается. По первому цель был пуск. Есть пуск по первому. Первый боевой пуск был проведен на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Зенитные системы С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Также для участия в параде из Оренбургской области в Самару привезены 4 танка Т-72Б3, 2 пусковые и 2 транспортно-заряжающие машины ракетного комплекса «Искандер», а также боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские гаубицы, реактивные системы залпового огня «Ураган» и другая техника. При подготовке к проведению парада будут соблюдаться санитарно-противоэпидемиологические меры, чтобы исключить распространение коронавируса. Около 5000 самарских школьников отдохнут в этом году в оздоровительных лагерях. Об этом сообщили в мэрии на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. К открытию уже готовят 9 оздоровительных комплексов. В течение лета они примут 48 смен продолжительностью в 2 и 3 недели. О чем еще говорили на расширенном заседании в администрации города, узнала Ольга Павлова и готова поделиться подробностями. Солнце, воздух, вода и долгожданная путевка в лагерь. По утверждению родителей, уже в начале четвертой учебной четверти об этом мечтает каждый второй ребенок. В этом году свои двери для детей откроют 9 оздоровительных комплексов города для 5000 самарских школьников. В течение лета они примут 48 смен продолжительностью в 2 и 3 недели. Мы всегда рады принимать ребят именно в загородных лагерях, чтобы они могли побывать на свежем воздухе, отвлечься от городской инфраструктуры, почувствовать себя, так сказать, наедине с природой. Я думаю, будет интересно, увлекательно и познавательно. Чтобы детский отдых проходил безопасно, по требованию регионального Роспотребнадзора территории лагерей обработают антисептиками. Для сотрудников закупят маски и перчатки, а также обяжут сделать ПЦР-тест на COVID-19. Кроме того, проверить противопожарную безопасность и исполнение всех предписаний надзорных органов. У детей и студентов, которые по тем или иным причинам на летних каникулах останутся дома, появится возможность временно трудоустроиться. Решением этого вопроса, помимо профильного департамента, займется Федерация профсоюзов Самарской области. Нам кажется, очень хороший способ профориентации, в первую очередь, молодежи. Возможность их занять на в летний каникулярный режим. И в том числе сделать определенную прививку работы, понять, что за достойную работу можно получать хорошую заработную плату. Трудоустроиться летом, а самое главное – выбрать занятия по душе, школьникам и студентам помогают ежегодные открытые уроки, которые проводятся Министерством просвещения России и поддерживаются администрацией Самары. Только в прошлом году в них приняли участие почти 54 тысячи человек. Открытые уроки вели представители крупнейших компаний и вузов России. Они знакомили ребят с ключевыми отраслями экономического развития страны, проектами крупных российских компаний и различными, порой необычными и интересными профессиями. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Волонтеры культуры в Самаре впервые смогут помогать в театре. «Самарт-волонтерство» – новый региональный проект, открывающий перед добровольцами таинственный мир закулисья. Самые успешные кандидаты смогут принять участие во Всероссийском фестивале «Золотая репка», а также получить работу в одном из ведущих театров региона. Подробнее расскажет Мария Левина. Анастасия Иванова помогает людям более 5 лет. Причем делает она это профессионально. Девушка-волонтер. Параллельно Настя заканчивает филологический факультет и мечтает преподавать в школе. Рассказывает, добровольчество позволило ей лучше узнать саму себя и изменило характер. Признаться честно, несколько лет назад я была прям вот заядлым таким интровертом. Ну, то есть мне вообще я не могла выйти из дома, допустим, да, то есть. А сфера волонтерства мне очень помогла в этом. То есть это постоянное общение с людьми, постоянная организация и так далее. Я вышла, собственно, из этого состояния интроверта, и сейчас я спокойно общаюсь с людьми.
Сегодня Анастасия вместе с другими добровольцами пришла открывать региональный проект «Самарт волонтерство». Ребята попадут в святое святых театра – закулисье. А те, кто проявит себя лучше остальных, смогут задержаться в театре, но уже в качестве работника. Добровольцы, которые понесут в нашу жизнь то, о чем, в общем-то, чем, вернее, живет наш театр, чем работает, что делает. И будут, помимо всего прочего, создавать, в общем-то, такие направления экскурсионной работы. Мы даже надеемся на то, что здесь есть очень творческие люди, которые приходят из разных вузов, и даже из нашей Академии культуры, Института культуры. Мы надеемся, что они продолжат даже свою работу в разных направлениях именно в этом театре. Волонтерство в России набирает обороты и с каждым годом охватывает все новые сферы. Волонтеры культуры, победы, патриотические, событийное волонтерство, спортивное. Примкнуть к рядам активистов стремятся не только студенты, но и старшее поколение. Например, серебряные волонтеры движения, зарожденное в Самарской области около 6 лет назад, сейчас известны далеко за пределами региона. 2018 год в России был посвящен добровольческому движению. Комплексно все эти процессы, то, что учреждения становятся более открытыми, то, что реализуется большое количество проектов волонтерских в сфере культуры. Вот вся эта история, она, безусловно, расширяет ту армию людей, которые хотят быть к этому причастны. Чтобы не пропустить новые интересные проекты, нужно мониторить официальный сайт добро.ру. Помочь может каждый. Главное – желание. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Взрослый не значит чужой. В Самаре стали все чаще брать из приютов не щенков и котят, которых можно воспитать по-своему, а вполне сформировавшихся животных. По словам кинологов, плюс такого питомца в том, что его не нужно приучать к лотку или прогулкам, но при этом нужно считаться с его привычками, сложившимися годами. Животным какого возраста стоит отдать предпочтение, чтобы хвостатый стал по-настоящему родным, выяснила Ольга Павлова. Где твоя собачья совесть? Где она? Ах ты такая! Если бы Моника только умела говорить, то обязательно извинилась перед хозяйкой за поведение недостойной породистой собаки. Казалось бы, подобрать земли и съесть половину чужой булочки – мечта гурмана. Но хозяйка почему-то ругается. И Монику, и Буляню кинолог Ирина Филиппова 2 года назад взяла из приюта. Английские бульдоги быстро освоились. Много гуляют, хорошо питаются и делят друг с другом любимый диван. Собаки очень любвеобильные, очень добрые, очень отзывчивые, очень контактные. Вползли в душу большим толстым червячком, обе причем. По утверждению кинолога, взрослые собаки гораздо спокойнее и уравновешеннее щенков. За ними не нужно следить круглосуточно и, что немаловажно, приучать к туалету. Большинство из них раньше жили дома. Несомненный плюс еще в том, что размер, внешность, темперамент и особенности характера можно увидеть сразу. Наше участие в жизни этих собак более яркое, чем когда мы берем щенка. Щенок – это ребенок, которому нужно очень много внимания, ему нужно воспитание. И, к сожалению, так как мы все дружно работаем, мы этого не можем предоставить. Со взрослой собакой просто в разы все легче. Это из серии очень известной истории, когда продают маленьких поросят под предлогом мини-пиги, а вырастает большой хряк. Так же и с собакой могут сказать, ну, вырастет вот по колено, вырастает алабай. Поэтому с большой собакой все понятно, это легче. То, что со взрослой собакой гораздо проще, Егор Кошарин понял на собственном примере. Умку он забрал у нерадивого хозяина, который держал собаку на цепи, практически не кормил и не занимался ей. Умка породистая и требовала особого ухода и внимания. Хозяин сказал, да, конечно, забирайте, был не сильно против, мы ее забрали, вот она у нас уже 2 года живет. К новой обстановке собака привыкла быстро. Период адаптации не затянулся и прошел хорошо. Собака уже изучила базовые команды и начала проявлять охранные качества. Всегда собакам так или иначе нужен какой-то период адаптации, чтобы они привыкли. Она зашла к нам в первый раз, чумазая, зашла, ко всем полезла целоваться, всех любит, всем уделяет внимание. Очень-очень добродушная собака. Но впоследствии она начала уже отличать, кто свой, кто чужой. Сейчас Умка и хозяин с нетерпением ждут лета. Больше всего собака любит купаться в водоемах и играть на свежем воздухе. О своем решении забрать ее к себе Егор Кошарин ни разу не пожалел. «Щенок – это хорошо, – говорит он, – но только если вы готовы мириться с маленькими шалостями и подходить к воспитанию собаки со всей ответственностью». Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Увидимся.